Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас видео, которое, так скажем, положит начало одной из рубрик. А рубрика называется «Что вы думаете об игре?». На одном из стримах, когда мы шли, в общем, в экспедицию, разразилась в чате большая дискуссия о том, чтобы я бы с удовольствием передал разработчикам все, что я о них думаю. Я бы с удовольствием сказал на форуме все, что я хочу. Но, к сожалению, соответственно, общий чат, находящийся в игре, не дает возможности вам высказать ваше мнение. Форум, который есть, замалчивается, и его никто не видит. Соответственно, люди, большинство, приходят ко мне в личных сообщениях, в комментариях на YouTube, но многие игроки хотели бы лично высказаться, что они думают о балансе, что они думают о дропе, что они думают о введениях, об акциях, вообще, что хорошего в игре, что плохого в игре. И на основании этого я захотел сделать рубрику. Рубрика называется «Что вы думаете о Music Wars?». В общем, так скажем, обращение к разработчикам. В описании к данному видео я оставлю ссылочку на свой ВКонтакте. Пожалуйста, можно щелкать, записывать аудиосообщение. Соответственно, вы сбрасываете, я конвертирую, добавляю формат определенный, в котором я буду это все делать. Если хотите, можно сделать с вашим персонажем на фоне. Если хотите, можно сделать анонимно. То есть, неважно тогда будет, имею в виду, сделаем на заднем фоне красивую заставку Music Wars. Можете высказывать, если вы хотите поругаться. Если вы хотите похвалить, соответственно, за дроп, хотите похвалить за хорошую игру, пожалуйста, ссылочка ВКонтакте находится внизу. Пишите в личных сообщениях аудиофайлы. В общем, жду от вас ваши высказывания, ваши предложения, ваши замечания. Все, что вы думаете об этой игре. В общем, жду. Пишите мне ВКонтакте, но сначала добавляйтесь в друзья хотя бы, чтобы можно было написать. Давайте, жду сообщений и будем потихоньку поднимать новую рубрику «Игроки о Music Wars».